Доброго времени суток всем моим подписчикам, тем, кто не подписался на мой канал, подписывайтесь, будем с вами обозревать посылки и товары из Китая, а также тестировать и применять их на практике, конечно же. Вот. Многие начинают писать комментарии: вот, ты заказал ножик и не применяешь его на практике. Ребят, вы ожидаете, что я буду ходить по улице резать людей ножом? Если вы знаете, как применить нож на практике или показать его какие-то там способности, то скидывайте ваши ссылки на видео, например, или же говорите, пишите, как его применить, как вам показать более подробно, кроме того, что он режет. Вот. Здесь, как вы догадались по началу видео, если мы заговорили о ножах, снова пришли ножи. Вот. Я не против, конечно, заказываю, ножи приходят, как видите, нигде их там полиция или милиция или кто-либо еще не задерживает. Вот. Все они проходят через таможню, нормально упаковывают их. Вот. Скажем, нет ничего такого в этом криминального. Поэтому, если вам нужны ножи, и вы там боитесь заказать, вы можете обратиться ко мне, как вот уже в очередной раз обращаются и просят заказать. Вот. Либо же заказывайте сами, и в принципе нечего бояться. То есть ножи доходят. Ну, будем скрывать посылки и смотреть, что же за ножи на этот раз посетили наш канал. Вот такая вот обычная конверт-упаковка. Оп-оп-оп. Нож внутри приклеился. Значит, все замотано в пупырку. То есть, как видите, продавцы заботятся даже о железных вещах. Нож вроде бы не iPhone, да, там не смартфон какой-нибудь. Но упаковывают как следует. Так, где-то я эту фирму уже видел. Бокер Плюс. Вот так вот раздвигается. Вот, и внутри лежит ножичек, тоже завернут в пупырку, и снова фольга. Вот, ребят, где-то уже были, да, фольги, кажется, ножи. Это я проверил информацию в интернете, действительно упаковывают по двум причинам, оказывается. Для того, чтобы не просвечивалось, и второй вариант, это потому что ножи обычно маслом еще смазывают. И потусторонние, скажем, там, солнце, факторы такие, как дождь, меньше всего влияет. В общем, да, действительно, нож жирненький, но он прикольненький, ребята. Вот черный нож, вот такой вот, с такими линиями. Вот. Металлические накладки, снова же. Оп, легко так разложился, кстати. А вот, не, зафиксировался. Хотел сказать, ножик не фиксируется, но нет, фиксируется. Вот такой вот нож, полностью металлический, как некоторые из предыдущих видеороликов. Вот, фирма тоже Бокер. В принципе, довольно-таки известная. Его модель B059, или же это модель стали. Вот никак не могу понять, знаете, ищу информацию для вас, но сложно понять, что пишут на клинках. Модель ножа или же стали, из которого он сделан. Напишите в комментариях и скажите, вот, скажем, такой окончательный вердикт. Вот этот нож, что могу точно сказать, у него на рукоятках сделаны вот такие вот, что ли, вырезы их назвать правильно, или выемки, для того, чтобы туда, видите, как раз ложатся пальцы. Вот здесь вот есть упор под большой палец, вот он. И вот здесь вот такая вот выступает такой зуб, он выполняет такую, скажем, роль гарды, то есть, чтобы нож не соскользнул, точнее, рука не соскользнула у вас, не попала на само лезвие. Вот, и вы, естественно, себе не указали никаких увечий. Дальняя ручка сделана таким, как более сужением, то есть можно, в принципе, использовать как ножик там, для разбития какого-нибудь стекла, еще что-нибудь разбить, если вам нужно. В общем, это вот такой первый нож. И давайте вскроем еще одну посылку. Вот, внутри еще вот такой вот Cold Style. Этот ножичек я уже тоже заказывал, и он, кстати, будет довольно-таки похож. Вот, хорошо, что посылки две пришли почти вместе. Вот так вот раз, зафиксировался. Как видите, да, то есть чем-то они похожи. Тоже есть вырезы под пальцы. Тоже есть вот такой вот выступ, который выполняет роль гарды. Вот, тоже идут полностью металлические накладки на ручках. Вот. Cold Style. И вот здесь, видите, написана уже совсем другая вот маркировка. И написано сталь, слово, да, то есть, и вот модель 217. То есть, этот производитель указывает все. И сталь, и модель. Вот, Black Sable. Ну и USA, конечно же, типа ножик для армии США. Вот такой вот нож, ребята. Здесь вот отверстие для того, чтобы этот нож можно было подвесить.
Куча есть зубчиков, чтобы ножник не скользил. Скоба, клипса для крепления ножа на ремне или на поясе. И, естественно, смотрите, вот, как видите, клинок выставлен по центру. Вот. Вот такая вот идет винт затяжки. В общем, в принципе, что могу рассказать про этот нож? Что, в принципе, такой ножик у меня уже заказывали, просили заказать. И вот заказал я его второй раз. Вот. Он очень похож на этот нож тем, что тоже идет полностью из металла. Вот, видите, в принципе, много чем у них сходство есть. В принципе, оформление лезвия идет такое вот тоже. Там, кажется, называется обоюдоострое, да? Типа с одной стороны как бы под заточку сделано, и с другой стороны псевдо обоюдоострое. Вот. У этого длиннее клинок идет. Вот, видите. Вот здесь вот начинается, у этого вот здесь начинается, то есть вот они рядышком. У этого идет длиннее клинок, более такая длинная и более, если честно, удобнее ручка, потому что вот здесь вот пальцы мне, видите, не попадают на вот эти выемки. Если вот, вот так вот я ложу руку, вот этот палец, видите, попадает на вот этот уступ. И таким образом, получается, вот в это отверстие нужно поместить два пальца. В принципе, не очень комфортно, но как бы нож приколен тем, что он вот полностью из железа. Не будет никаких пластиковых накладок, которые при падении будут отбиваться, откалываться или же разбиваться. Вот такие вот два ножа. Вот. Если вам они понравились и вы хотите их себе заказать, пожалуйста, ссылочки под описанием к видео. Можно посмотреть и заказать такие вот ножи. Если вам понравилась данная посылка, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых посылок. Пока-пока!